Послематчевая пресс-конференция «Родина М» «Торпедо-2», главный тренер команды «Родина М» Рябов Игорь Викторович. Игорь Викторович, с победой. Ваш Спасибо. Комментарий по игре. По игре много эмоций. Поздравляем ребят с победой, за самоотдачу в первую очередь, за то, что они в конце, как говорится, додавили, забили гол. Это много эмоций положительных. Я думаю, в дальнейшем это будет сопутствовать удаче. С «Торпедо-2» на «Спартаковце» играем исключительно с одним и тем же счетом. Знали ли об этом? Как бы анализировали, да, не секрет. А в сравнении эти игры, сходство, расхождение? Не, ну «Торпедо» мы знаем, там немного, не немножко, а так достаточно поменялся состав. Мы к этому были готовы. Как бы мы анализировали игру, не секрет, «Торпедо». И я думаю, ребята выполнили ту установку, которую мы им давали. Расскажите о ваших эмоциях после забитого мяча, вот что происходило на скамейке запасных. Ну, вы, я думаю, видели все, что происходило. Это было... Эмоции просто зашкаливали. Мы были рады тому, что как бы ребята забили в конце, как бы додавили. Но эту игру можно также отметить, мы могли и пропустить. Вы видели прекрасно. Как бы ребятам, я думаю, вдвойне эмоционально, очень сильно, думаю, будет положительно этот матч. Послематчевая пресс-конференция «Родина М» «Торпедо-2», главный тренер команды «Торпедо-2» Квардаев Николай Николаевич. Николай Николаевич, ваш комментарий по горячим следам. Ну, обидное поражение. Концовки пропускать вдвойне как бы обидно. Тем более, что по ходу второго тайма мы имели, скажем так, реальные возможности для взятия ворот. Вот, поэтому футбол, как бы он непреклонен. Не забиваешь ты, забивать тебе. Вот, и, к сожалению, не забили мы. С чем связана ранняя замена в первом тайме еще? Ну, меня не удовлетворила игра игрока. Поэтому поменяли. Не вошел в игру, плюс получил болезненный удар в бедро. И как бы видно было, что было тяжело ему, поэтому решили поменять. Игрок сейчас нормально себя чувствует? Вроде да. А повлияли ли погодные условия и отложка матча к самой игре? Никогда на это не обращаю внимания, потому что команды в одинаковых условиях. Поэтому здесь «Родина» вышла также с опозданием, также дождь был, поэтому здесь никаких оправданий.